Музей боевой славы Политехнического колледжа Алматы осуществляет свою деятельность с 1997 года. С момента основания совместными усилиями студентов и преподавателей активно пополняется коллекция музея. У нас несколько, значит, витрин, посвященных непосредственно участникам Великой Отечественной войны. Уникальной является у нас серия «Ветераны войны и труда». Около 30 у нас выпущено сборников. Здесь рассказывается, вот, кстати, последний из этих сборников, он юбилейный выпуск, он посвящается 70-летию Великой Победы. И каждый год практически мы выпускаем минимум одно, а то и несколько. В музее есть бесценные и подлинные экспонаты периода Великой Отечественной войны. К ним относятся документы, книги, газеты, письма, каска, фляжка, ремень и стенды с дополнительной информацией. При этом некоторые экспонаты все еще не представлены. Они находятся в архиве и тщательно изучаются. При музее у нас есть две поисковые группы. Одна группа «Тулпар». Заведует этой группой заведующей библиотекой Султангалиева Алимана Галихазе. И вторая группа – это «Поиск», значит, которой руковожу я. Студенты, значит, ходят по домам ветеранов, собирают материал, встречаются с ветеранами, приносят откуда-то нам какие-то интересные экспонаты, письма тех лет. С начала учебного года все студенты посещают музей, чтобы почтить память героев. И, конечно же, продолжается сбор материалов, связанных с Великой Отечественной войной. По словам сотрудников, музей является военно-патриотическим центром. Конечно же. Цель и задача музея – это воспитание патриотизма, это воспитание любви к своей малой родине, к колледжу, к своему дому, к семье и, конечно же, к великой родине. И вообще, наверное, в большом смысле к планете Земля. И вот это истоки начинаются, конечно, в семье, а продолжаем мы здесь. Студенты активно общаются с ветеранами и каждый год приглашают их на праздничные мероприятия. К тому же руководством учреждения была создана аллея ветеранов, а также мемориальная доска в память героя. Эльвира Конопьянова, Нурлан Досмагомбетов, Жанакан.